Приветствую вас, дорогие друзья! С вами Мария Блинова, эксперт и основатель, вдохновитель онлайн-турагентства «С хорошим вкусом» «Ваутурс», и мы сегодня с вами будем говорить о Мальдивах. Я напомню, что концепция нашего агентства заключается в том, что мы предлагаем только отобранные нами отели, которые мы выделили лично, коллекция отелей для наших клиентов. И это важно в контексте того, что мы сегодня с вами будем обсуждать. Я сегодня записываю это видео для тех, кто задумывается об отдыхе на Мальдивах, но у него много вопросов, и хочу с вами поговорить о тех нюансах, которые стоит учесть перед выбором отеля, да, при выборе отеля на Мальдивах. Как выбрать правильный отель? Что важно учесть перед поездкой, чтобы избежать разочарований? Потому что Мальдивы — это не просто красивые картинки, да, но и множество нюансов, которые могут повлиять на ваш отдых. Кстати, записываю это видео, как вы видите, также с Мальдив из очередной рабочей поездки. Итак, первое, с чего нужно начать, это определить ваш бюджет. Мальдивы могут быть как роскошными и дорогими, так и более доступными. Важно понимать, что на Мальдивах можно найти варианты на разный кошелек. И у нас с вами будет от бюджета зависеть, будет это шикарный люкс на воде эксклюзивный или, например, скромная блочная вилла на пляже, а может быть даже в саду. Да, бюджет определяет многое. И в данном контексте я хочу сказать про звездность отеля. Во-первых, мы, например, не работаем с гестхаусами, да, поэтому будем обсуждать с вами пятизвездочные отели. И звездность на Мальдивах, она условная, то есть там нет официальной категории звездности. Однако мы, как профессионалы, как эксперты, определяем сегодня отели, да, как четырехзвездочные, но хотелось бы даже про пятизвездочные сказать, что там есть градация. Есть как пятизвездочные отели категории стандарт, да, есть пятизвездочные отели категории Superior, улучшенные. И далее уже в люкс-сегменте мы также определяем три сегмента. В общем, есть люкс-сегмент, это первый эшелон такой, да, первый этап. Есть в люкс-сегменте второй сегмент, да, чуть повыше этого, потому что очень много тонкостей есть. Третий сегмент мы его называем уже премиум, то есть самый хай-класс. И в рамках этих сегментов также у всех отелей есть нюансы, это правда. То есть один из самых популярных вопросов, которые нам задают, это пляжную выбрать, виллу или водную, да. И тут хочется сказать, что зависит от ваших предпочтений, как это не банально. Вот я сейчас, кстати, нахожусь с ребенком на водной вилле, но меня это не пугает. Однако я знаю тех людей, которые, например, при выборе основываются на том, что с детьми удобнее пляжный. Да, действительно, это может быть так, потому что на водной вилле вам надо все время держать ребенка в фокусе внимания. На пляжной, если у вас зеленый дворик, такие отели можно подобрать, да, то, в принципе, можно чуть-чуть расслабиться, если это вообще возможно с детьми. В любом случае, я рекомендую брать пляжную виллу тем, кто вот хочет ощущать под ногами песок, быть ближе к природе, иметь свой приватное свое пространство, чтобы вот вы вышли с утра, да, и у вас вот такая картинка есть в ваших мечтах, и вы видите пляж, это туда. Причем есть как отели с водными виллами, где у вас будет сразу обзор на море, вот прям даже с кровати, можно сказать, а есть там, где у вас будет зеленая живая изгородь. И это тоже может зависеть от того, а как вы себе представляете идеальные Мальдивы, и есть отели, в которых и так, да, вот уже нюансы пошли. Водные виллы, это, конечно, классика, визитная карточка Мальдив, во всех буклетах всегда нам прививали, что Мальдивы — это про водные виллы, 100%, да, это романтично очень, это шикарный вид, это ощущение, что вы одни посреди океана, и это дарит некое умиротворение, покой, не хочется, вот, знаете, как бесконечно можно смотреть на воду, да, там огонь, и вот это как раз то самое состояние, когда вы можете бесконечно наблюдать за виллой, бесконечно наблюдать за океаном, скат видел? Буквально сейчас, пока записываю это видео, наблюдала здесь проплывающего ската, зачаровывающее зрелище, о чем я и говорю. Еще момент, который стоит обратить внимание, это в целом уровень сервиса и инфраструктуры отеля. Тут зависит от того, к чему вы привыкли, какой у вас уровень нормы, какой уровень комфорта, как вы привыкли отдыхать. Да? Когда мы выбираем отель, мы обязательно смотрим на его инфраструктуру. Не все отели, естественно, предлагают одинаковый уровень, иначе они бы, да, не подразделялись на так много сегментов, которых я вам рассказала. То есть есть отели, которые работают на все включено и предлагают множество ресторанов, входящих в концепцию все включено, иногда все рестораны курорта, да. А есть отели, которые работают только с высокой кухней, где максимум на питание завтрак, ужин, да, и ужин там могут быть рестораны, которые конкретно вам интересно за доплату. Есть огромные острова, да, где курсируют даже такси. Есть острова, где вы можете пройти его пешком за 5 минут. Некоторые отели, они предлагают даже на все включено ограниченное питание, например,
это может входить только трехразовый шведский стол и напитки в промежутках где-то. А есть отели, которые предлагают, помимо все включено во всех ресторанах острова, закусок, разных баров, еще и 3 экскурсии в подарок, спа и фотосессию. Поэтому вот это все наполнение, инфраструктуру, которую может вас порадовать отель, также будет влиять на правильный выбор. А что опять же с детскими клубами? Например, если вы едете с ребенком и хотите, чтобы его занимали, как нам может быть, курортах Турции, то тут также у нас с вами надо обращать на это внимание. Потому что практически во всех отелях 5 звезд стандарта, 4 детский клуб, он номинальный, не такой большой. Да? Уже идут большие детские клубы из не самых дорогих отелей. Это, например, Кандима, и дальше уже, на мой взгляд, в сегменте Мувинпик и выше. Я, если хотите, сделаю отдельное видео про идеальные Мальдивы с лучшими детскими клубами острова. Мы это обсудим, напишите в комментариях. Следующий важный вопрос, который необходимо обязательно учесть, это локация отеля. Да, я имею в виду трансфер и его отдаленность от Мали. Вы прилетаете на Мальдивы в аэропорт Мали, и некоторые острова находятся ближе к аэропорту. Вот, например, я сейчас нахожусь на острове, где всего 20 минут на катере от Мали. Это очень удобно. Вы прилетаете, вас встречают и практически сразу проводят катер, и вот его через 20 минут уже в отель. А другие находятся дальше. До них можно добираться как на гидросамолете, да, это тот самый вид транспорта на Мальдивах, который практически как экскурсия, самые красивые фотографии сделаны с него. И есть еще более отдаленные курорты, куда мы добираемся на внутреннем перелете и потом еще катер. Конечно, вам придется подольше подождать, но иногда это, если особенно вы едете на 7 дней и больше, это стоит того, потому что более отдаленные курорты могут предлагать более обширную, все включено, более интересную программу, более интересные виллы, размещения и так далее. Да? То есть все это надо в совокупности смотреть. Кстати, если вы смотрите, например, что-то на букинге, то стоимость, которую вы видите за отель, она никогда не финальная, и всегда трансфер оплачивается дополнительно сверху. Отмечу, что, например, обращаясь к нам в агентство, люди всегда получают полную картину с трансфером, со всеми налогами, без скрытых доплат. Потому что если вы будете смотреть отели на гидросамолете на букинге, то стоимость, те расходы сверху будут еще очень большой. Вот именно поэтому в экспертных туристических агентствах вот этого нет, и это очень удобно. По поводу сезонности много спрашивают, да, конечно, Мальдивы это у нас такой тропический рай, но есть один нюанс, это сезонность, и я вам не буду рассказывать о том, что есть по погоде низкий сезон и высокий, потому что на самом деле Мальдивы это круглогодичное направление, несмотря на то, что может быть написано в интернете, потому что глобальное потепление сместило немножко сезоны, и, например, дождь может идти с одинаковой вероятностью как зимой, так и летом. То есть это природа, мы не можем знать, какая будет погода. Например, в этом году на Новый год были просто тропические дожди несколько дней. И в августе пошли, хотя в прошлом августе и в позапрошлом не было. Поэтому что-то угадать вы не сможете. Тут просто принять ситуацию, да, и расслабиться. Однако есть пока еще сезонность по ценам. То есть самые низкие тарифы отели дают с середины мая до конца сентября. И это можно учитывать при планировании вашего отдыха, если вдруг вам нужна оптимизация расходов. Еще один момент, о котором часто многие умалчивают, это скрытые расходы. Помимо того, что вы платите за тур, особенно если вы едете в какие-то отели более высокого уровня, есть еще такое понятие, как in-house плата, да, то, что вы на месте покупаете. Например, в некоторых отелях, таких как Intercontinental, не все включено, на самом деле входит во все включено. Многие блюда вам предлагаются за доплату, даже на питание, завтрак, ужин, да, они не входят. То есть там построено во многих отелях таким образом система, чтобы гость оставил как можно больше денег на курорте, да, при этом сам отдых может изначально продаваться изначально по цене такой более привлекательный. Про вот эти все расходы, сколько на месте, что может стоить и какой оптимальный выбрать, если опять же нужна оптимизация, мы вам несомненно расскажем, потому что в курсе. В любом случае, я советую при бронировании обязательно уточнять, какой у вас план питания, что входит в ваш пакет, завтраки, ужины, трансферы, какие-то доп. Услуги. Да? Многие отели предлагают, потому что экскурсии, ужины в уникальных местах в своих локациях, это обычно стоит дополнительных денег, а иногда и включено. Все зависит от пакета, который вы приобретаете. И лучше рассчитывать все заранее, чтобы не было сюрпризов. И опять же про детей, если мы с вами едем с детьми, надо обязательно обращать внимание на отели, которые предлагают детские клубы развлечений, и нужны ли они вам. Потому что опять же есть отели, которые размещают с детьми, но нацелены на то, такую философию, чтобы семья проводила вместе отдых, не отдавая ребенка никуда. Да? А есть такие отели, где вы можете отдать ребенка батлеру в багги, он его забирает, отвозит на детский клуб и привозит вам вечером, кому что нравится. Общая выборка осветила самые такие важные моменты. Надеюсь, что они вам помогут сделать правильный выбор и насладиться
идеальным отдыхом на Мальдивах, лучше всегда выбирать отель осознанно, понимая, что вы хотите, и учитывать все нюансы, и ваш отдых тогда пройдет вообще без лишних волнений. Обязательно подписывайтесь на мой канал, у меня уже много обзоров по мальдивским отелям, чтобы узнать больше советов полезных, да, о том, как распланировать. И если вы нуждаетесь в сопровождении, подборе, бронировании в экспертном агентстве по Мальдивам, вы можете написать мне, мои контакты есть в описании, и мы с вами обязательно подберем наилучший для вас вариант.